С Байкала вообще. Откуда? Из Байкала, с Байкала. С Байкала? Ого, Дальний Восток типа. А как, что делать, Груш? Билет есть или что у тебя есть? Пока нет ничего. А как ты сюда попал? А как вообще в Москве оказался? Работаю. Работаешь или работал? Не понял. Работал. А, работал. Если у тебя деньги есть, ты мог бы снять какое-то жилье себе или нет? Пофиг. А, все пробил вообще, да? А так это тебе нужно в рабочий дом или еще в какую-то хрень, знаешь? В рабочем доме пусть... был? Что это? Не знаешь, что такое рабочий дом? Ну, еще узнаешь, может. Я думаю, что вот Ярославский, вот, видишь. Ты был там? Пусть это... Ну, по идее, пройдись вот, или там зайди. Ты можешь войти. Я думаю, что может, пустят. А если не пустят на Казанский, ну, там может быть, не знаю. Все зависит от смены. Попробуй как-нибудь ломанись там, только аккуратно. Если не пустят, подходи, тут, может, скоро откроют. А здесь что? Тут тепло, может быть. Тебе же нужно переночевать, я так понял, да? Или, или не нужно переночевать? А утром что? Нет, так утром же все равно нужно будет кто-то идти. Утром поеду и, блядь, найду и денег, и все. Вау, кому-нибудь, всем. Ну вот, я думаю, Ярославский самый вариант. Попробуй зайти. Ну, да они боятся просто денег брать. Кто? Ну, ты. Куда идти? Вон там вход есть, если что. Дальше? Ну да. Дальше. Веселая ночка. Да, а ты что, на своих ног не отрываешь или что? Рот закрой. Ты козел, рот закрой, я тебя. Заебал нахуй. Ну, Ого, закрой, пожалуйста. Иди отсюда, бегом. Пожалуйста. Да ему мало. Нас сейчас закрыли, еще ему надо. Еще ему надо. Баба ебаная. Машина, я не знаю.
Место закрыто еще рано.